Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу историю о том, как я себе купил AVM Treasure Hunter. На данный момент это самый дорогой скин в игре. Чтобы вы понимали, что это не кликбейт, просто прямо сейчас я вам показываю, вот он, эта малышка, AVM Treasure Hunter, нажимаю кнопочку «Осмотреть», и вы просто посмотрите, как же все красиво, как же все классно. Я просто не могу, ребят, посмотрите на эту малышку. Честно говоря, мне немножко не верится, потому что данный скин на рынке, знаете, сколько стоит? Он стоит 1 миллион голды. Вы просто представьте, насколько же это много. Вы просто представьте, сколько же это денег. Миллион голды. Это самый дорогой скин, который когда-либо был в стендоффе. Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть данный керамбит Dragon Glass. У меня на основном аккаунте он есть, он мне просто-напросто не нужен. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое поставить лайк и подписаться, второе написать комментарий, и третье посмотреть все видео от начала до конца без перемоток, я тебе гарантирую, ты не пожалеешь. Ну что же, удачного просмотра. Вначале хотел бы объясниться перед моей аудиторией. Первое, это мой аккаунт не украли. Второе, этот аккаунт получит кто-то из моих подписчиков, или я просто раздам все скины за 0.03. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайк, потому что я думаю, что перед Новым годом, или возможно даже раньше, я запущу конкурс, в котором кто-то из вас сможет получить AVM Sport V2, сможет получить Керамбит Gold и так далее. У многих из вас возникает только один вопрос. Кента ПК, а зачем ты снял это видео? Зачем? Так вот, ребята, ответ кроется на поверхности. Сейчас вам покажу вот этот вот самый момент. Вот, ради этого момента я снял это видео. Вот именно ради этого момента. Вот. Я даже себя немножко передвину. Ради этого момента, чтобы типа случайно спалить AVM Treasure Hunter. Потому что мне, ребята, была очень интересна ваша реакция. И я скажу вам так, вы просто превзошли все мои ожидания. Вы большие молодцы, потому что ваша реакция на AVM Treasure Hunter это просто что-то с чем-то. Ребят, просто посмотрите. Просто AVM Treasure Hunter. Дальше, AVM Treasure Hunter, абсолютно все комментарии про AVM Treasure Hunter, и я очень рад, что я смог поднять, ну хоть небольшой, но поднял хоть какой-то ажиотаж. Многие из вас начали писать, мол, Кента ПК, да тут все просто, ты просто взял, продал свой старый аккаунт и купил новый аккаунт. Нет, ребята, я не продавал, я не обменивал, вы совершенно не правы, потому что мой старый аккаунт до сих пор у меня, и я могу в любой момент на него зайти. Для того, чтобы ни у кого из вас не было никаких вопросов, и чтобы я развеял все сомнения, я прямо сейчас захожу за команду спецназа и покупаю AVM. И прямо сейчас, ребята, вы увидите эту самую малышку. Да, да, да. То есть вы понимаете, что это не фотошоп, это не кликбейт, это не монтаж. У меня действительно есть самый настоящий AVM Treasure Hunter. И самое-самое главное, я знаю, как можно ее получить еще. Я про все это расскажу в следующих видеороликах, потому что, ребята, это просто что-то с чем-то. Ну а прямо сейчас давайте я вам расскажу, как же я получил данный аккаунт. Ну а прямо сейчас я покажу, как же выглядит AVM Treasure Hunter у меня в руках. Вы видите, да-да-да, то есть все очень красиво, все очень классно, все по-настоящему. Давайте даже перейду с другую команду, чтобы никто не сомневался, то что это не фотошоп, это не монтаж, и то, что это не кликбейт, это настоящее видео. И тут все по-честному, без обмана, у начальника Сулеймана. Так, ну что же, ребятки, вот он, AVM Treasure Hunter. Я думаю, и так уже всем все понятно. Я его выбрасываю, я его поднимаю, и это реально настоящий AVM Treasure Hunter. Кента пока не читер. Ну что же, а теперь самое интересное, как же все-таки получил AVM Treasure Hunter. Дело было так. 6 часов утра. Почему я проснулся так рано, я не знаю. Но почему-то я проснулся в 6 часов утра. Тут мне приходит сообщение ВК. Кента ПК, AVM Treasure Hunter выставили на рынок. Я такой захожу, смотрю, реально AVM Treasure Hunter на рынке. Я думаю, ничего себе, как такое возможно? Неужто кто-то его выставил на рынок? После этого я захожу сам на рынок и пытаюсь узнать, кто же его выставил. Я захожу на рынок, и я вижу такую вот картину, только вместо этого парня тут был другой парень, другая аватарка. Я такой думаю, слушай, ну тут же нигде не пишется его ник, как мне узнать? И потом я догадался, что если он отменяет цену продажи, то вот тут вот снизу пишется, типа там, Кента ПК отменил продажу, или Кента ПК выставил продажу за 1 миллион голды, и так далее. И тут я понял, что мне надо просто ждать и запечатлеть именно этот момент, чтобы увидеть, кто же будет продавать AVM Treasure Hunter. Ну а тут начинается самое интересное, я сижу час. То есть с 6 утра до 7, с 7 до 8. И тут в 8:30 утра спустя 2,5 часа, прикиньте, я тупо 2,5 часа сидел и ждал. И это все ради какого-то сраного скина. Ну как, он не сраный, но ради этого AVM Treasure Hunter. И знаете что? Знаете что? Прямо сейчас, смотрите, я дождался. Этот парень был с ником Sorry King, он просто взял и отменил этот предмет. Я даже сделал скриншот, чтобы не забыть. И, ребята, вы даже представляете, как же я был рад в тот момент. 2,5 часа ожидания, и я все-таки взял и дождался.
Далее я пишу в поиске по игрокам Sorry King и начинаю искать этого парня. И тут я просто офигеваю по полной программе, потому что я смотрю, он мне кинул заявку в друзья. То есть там только один человек, значит у него 100% AWM Treasure Hunter. И я смотрю, у него ко мне заявка в друзья. Я думаю, неужто это мой подписчик? Я его добавляю в друзья. После этого я его приглашаю в лобби, и знаете что? Он принимает мое приглашение в лобби. Я смотрю вот такими глазами и думаю, обалдеть. Дальше, конечно же, я его попросил написать свой ВК, он мне скинул свой ВК. Помню, его зовут Максим, и аватарка такого школьника лет 10. Я думаю, да это бред какой-то, не может быть. Я думал, честно говоря, что это какой-то разработчик. Но там какой-то школьник 10 лет, я думаю, да это бред. Как такое произошло? Далее по ВК я с ним общаюсь, и я его зову в Дискорд. Дальше мы снимемся в Дискорде, я у него спрашиваю, то есть я даже снимал видео и так далее, просто видео показывать не хочу, потому что это будет не очень красиво с моей стороны. Я у него спрашиваю, слушай, а что бы ты вообще хотел за AWM Treasure Hunter? Он мне начинает перечислять, что же он хочет. Мы с ним находим оптимальную цену, я говорю, братан, я согласен. Ну, я говорю сейчас так в двух словах, на самом деле это было 4 часа времени, то есть мы с ним 4 часа сидели в Дискорде и общались что и как. Также, ребята, я у него спросил, как же можно выбить AWM Treasure Hunter. И вот тут меня просто накрыло, потому что он рассказал реально рабочий способ, как можно выбить скины из Nameless коллекции. И поэтому, ребята, ждите мои будущие стримы, потому что именно там мы попробуем выбить еще один AWM Treasure Hunter или еще какой-то крутой брелок с Nameless коллекции. Также большое спасибо этому парню за то, что он отдал мне этот аккаунт, рассказал все эти секреты. Он создал свой канал, ссылочку на его канал я, конечно же, оставлю в описании в знак благодарности ему, также добавил в клан Киборги и многое-многое другое. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.